и хотела бы поделиться своими впечатлениями, своим отзывом. Я нахожусь на ракете, я знаю, что многие сомневаются, стоит, не стоит, сразу, не сразу. Но скажу, что я, опыт у меня в разных направлениях, это всевозможные венчуры, криптовалюты, стартапы, прямые там продажи, сетевые направления и так далее. Вот. И когда мне дал информацию мой наставник, получается, Андрей Гун, он сказал: «Анна, обязательно посмотри, потому что, ну, предложений сыпется, честно скажу, каждый день там 15-20 предложений». Вот. И когда он мне сказал: «Дай мне слово, что ты посмотришь и сегодня зарегистрируешься», я так и сделала. Я посмотрела, зарегистрировалась. На следующий день я пригласила 7 активных партнеров, и я поняла, так как я экономист, высшее экономическое образование, я поняла, что не стоит сидеть на 5 монетах и потихонечку двигаться, а все-таки стоит, как говорится, включить скорость. Я на второй день зашла на ракету, сейчас у меня команда в районе 300 человек, я давно уже вернула свои деньги и вышла в большой плюс. Поэтому, кто вот новички у нас присутствуют, кто гости присутствуют, вы можете зайти на 5 монет, но долго не находитесь на этом ускорителе байк. Заходите по возможности на более высокие статусы, и тогда у вас будет совершенно другой и быстрый результат. И когда вы заходите на ракету, у вас что происходит каждый день? У вас каждый день происходит движение, каждый день вы получаете на пассиве монетки. И вам будет проще приглашать своих новичков. Вы будете показывать, рассказывать. Поэтому желаю каждому быстро вникнуть, изучить, разобраться. У нас действительно мощный инструмент, и я соглашусь со всеми нашими лидерами, что такого инструмента нет. У нас лучший маркетинг, то, что он перевернутый, то, что там не какой-то бинар и так далее. Поэтому, возможно, кто-то вас не услышит сразу, а кто-то, возможно, придет и пока будет неактивно двигаться, но со временем здесь будут все, как я говорю, рано или поздно вы будете с нами. Но не знаю, как я говорю вот партнерам, да, старайтесь всех своих пригласить, чтобы именно ваши люди были с вами. Не с кем-то в других командах, а именно с вами. Поэтому пришли сами, максимально старайтесь дать информацию своим знакомым, друзьям, и тогда у вас будут строиться большие команды, и будут, конечно же, хорошие результаты. Так что всем желаю удачи, больших команд, быстрее всем попасть на ракету, ну и достигнуть того результата, который мы все с вами желаем, это $1 000 000. Так что благодарю, спасибо за внимание. Всем Да. приветствую. У меня просто телеграм сейчас другой. Рустем, я тебе напишу. Давай Друзья, напиши. всех приветствую. Мы с Рустемом еще участвовали в тестировании этой платформы. И я еще в то время сказал, что бустер даст жару. Почему? Потому что до названия даже такое, ускоритель. И мало того, это маркетинговая игра. Вот что самое главное, что это децентрализованная маркетинговая игра. И это как раз и есть тот самый ключик, когда вы просто не переживаете за то, что админ куда-то уйдет и так далее. Мне когда задавали вопросы: «Макс, ну нет уже производства. Вот у тебя, значит, у тебя своя фирма, да? То есть у тебя аккумулируются деньги за услугу. А здесь-то как? Здесь деньги перекладываются из кармана в карман». Я говорю: «Ну, таки, естественно, это маркетинговая игра, которая позволяет вам стать миллионером за счет того, что вы строите структуру. Это маркетинговая игра, где вы учитесь строить структуру, приглашать, общаться, активничать. Это не инвест-проект, да? И вот это самое главное, наверное, вот то, что нужно понять здесь, да, что это децентрализованная система, в которой автоматически распределяются деньги. А люди будут всегда, их очень много, очень. Инструментов просто полно. Нужно просто взять свою энергию и направить в это русло. И все. И когда я вчера просто нечаянно зашел в свой старый аккаунт, на котором я регистрировался, я там искал человека, и я смотрю, у меня в кошельке 139 тонн. Я не понял. Я захожу, тон бустер, захожу в канал, там есть ссылочка теперь, раньше-то не было, сейчас там кнопочка есть, я захожу в канал, в канале вижу Рустема, в канале вижу ссылочку на Zoom, захожу, говорю: «Ай, я сейчас порадую всех». Вот, то есть Ну, красавец, слушай, красавец. работает система работает хорошо, и это супер, и я сейчас, когда вот сейчас познакомлюсь со всеми новинками, и я как раз сегодня услышал то, что я хотел, вот то, что когда во время тестов мы еще обсуждали, это чтобы 5 человек вы пригласили, 6-го вы приглашаете,
И он автоматом уходит на помощь вам внутрь, потому что все деньги на глубине. И вот здесь задача этой игры – научить вас получать деньги с глубины, а не строить свою бешеную первую линию. Это вот, ну, это вот мой такой ответ. Всем больших успехов. Очень рад всех был увидеть, услышать. Рустем, созвонимся. Красавчик, Макс. Ну, молодец, появился. А то я тебя потерял, думаю. Где ты там, Макс? Да, Максим Болоц, большой умница. У него большая структура ребят. Такой действенный, активный партнер. Но сейчас некоторое время... Мы же говорили, что у нас она на полочке лежала. А в сентябре мы запустились очень бешено. И сегодня результаты космические у ребят. Самый большой результат это был человек за сутки 5200 тонн евро заработал. Было 3800, потом на второй день 5200. И он там за голову хватался и говорит, слушай, неужели это со мной происходит? Я никогда в жизни такие деньги не зарабатывал. Это космос, кому рассказать, не поверит. Я боюсь, говорит, говорить сейчас об этом людям. Я говорю, так наоборот, декларируй, показывай свои результаты. Потому что это действительно покупается, продается. Люди на это реагируют. Потому что если ты это сделал, значит, другой это можешь сделать.